Пакистан рассматривает Беларусь в качестве важного партнера. Это отметил на встрече с представителями Брестского облисполкома чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь Саджад Хайдерхан. В ноябре 2020 года он возглавил пакистанское дипломатическое ведомство и начал свою работу в Беларуси. Сегодня в городе над Бугом состоялась встреча, на которой Саджад Хайдерхан познакомился с руководством Брестской области и особенностями региона. Прогресс в отношениях между Исламской Республикой Пакистан и Беларусью стал наблюдаться с 2015 года, когда в нашей стране открылось пакистанское посольство. За это время было подписано более 80 соглашений, но в 2020-м все изменилось. Свои правила и корректировки в развитие двухсторонних связей внесла пандемия. Именно на этот факт обратил внимание на встрече чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь Саджад Хайдерхан на встречу с руководителем Брестской области Юрием Шулейко. А потому внешнеторговый оборот между двумя регионами за 2020 год составил более 2000 долларов США. Сумма минимальная. Глава дипломатической миссии Пакистана в Беларуси считает, что наработки прошлых лет необходимо сохранить, адаптируясь к изменившейся ситуации, и отметил, что эпидемии проходят, сотрудничество остается. Его страна готова развивать отношения с Беларусью. Сегодня третий день, как я нахожусь в Бресте. Это самая первая область, которую я посетил после Минска. Были очень плодотворные встречи. Мы были на Санта-Бре, Марсаушкин продукте, смогли встретиться с представителями бизнеса, торгово-промышленной палате. Сегодняшняя встреча с губернатором – итог моего посещения. Я остался очень доволен ее результатами. Мы считаем, что больше мероприятий должно происходить в различных сферах. Мы говорили о развитии сотрудничества в сфере торговли, культуры. А встреча с бизнесменами региона дала понять, в каком русле нужно двигаться дальше. Это отрасли текстильной и молочной промышленности, импорт-экспорт, рыбной продукции. И в целом у Беларуси и Пакистана очень много точек соприкосновения в развитии отношений. Брестский регион очень перспективный, соединяющий Запад и Восток. Следует отметить, что на территории Брестской области находится свободная экономическая зона. И это опять же те точки соприкосновения, которыми стоит заниматься. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Стороны пришли к определенным договоренностям по дальнейшему сотрудничеству.